Здравствуйте. Вы смотрите Одинцовское телевидение. Сегодня вы увидите... Через несколько минут выпуск новостей. Сразу после него в эфир выйдет программа Марии Шматковой «Формула здоровья». Также для наших юных зрителей в День защиты детей предлагаем посмотреть всеми любимую сказку «Золушка». Фильм, который любят и не могут забыть уже 3 поколения россиян. Желаем приятного просмотра. А прямо сейчас новости. Как всегда в это время вы смотрите новости. Наши коллеги, репортеры информационной службы и мы, Степан Кульчевский и Анастасия Сергеева, расскажем вам об основных событиях в Одинцовском районе. Смотрите сегодня в выпуске. Инспекция главы. На каком этапе идет строительство детского сада в Юдино? Парад колясок. Экспонаты собственного производства на центральной площади. Полетели. 50 одинцовских школьников отправились на отдых в Крым. Строительство дошкольных учреждений в Одинцовском районе находится под особым контролем. В этом году планируется открытие нескольких муниципальных детских садов. Один из них появится в Жаворонском сельском поселении. Садик рассчитан на 225 мест, однако его мощность может быть увеличена. Глава района Андрей Иванов приехал на строительную площадку с инспекцией, чтобы лично проконтролировать ход работ. Из Юдина репортаж нашей съемочной группы. Во дворе детского сада уже идут работы по благоустройству. Экскаватор выравнивает площадку, на которой в скором времени появятся яркие веранды, целый комплекс игровых городков, деревья и кустарники. Территория здесь большая – 1,7 гектаров. Здание строится за бюджетные деньги по типовому проекту. Это позволило сэкономить на проектировании и экспертизе. Садик полностью соответствует тем стандартам и требованиям, которые предъявляет к дошкольным учреждениям губернатор Московской области. Глава района осмотрел внутренние помещения, будущие игровые и спальные комнаты, спортивные музыкальные залы, бассейн, столовую, медицинский кабинет. Садик сможет принять 225 детей. Он рассчитан на 9 возрастных групп. Посещать его будут малыши в возрасте от 1,5 до 7 лет. Открытие дошкольного учреждения в поселке Юдино позволит разгрузить остальные сады района. Здесь достаточно хороший подъезд. 7 минут мы уже засекали в разное время. Можно доехать. Работаем сейчас с родителями городского поселения Одинцово, чтобы... С лесного городка, конечно. То есть мы постараемся укомплектовать полностью за счет не только поселения данного, но и городского поселения Одинцово и близлежащих территорий. Глава района остался доволен ходом строительства. Очень хорошее качество. Это бросается сразу в глаза. И стеклопакеты, и вентиляция, и то, как штукатурены стены, и то, как проложена проводка. Качество на пятерку. Я уверен, что мы в этом году этот детский сад откроем. Должны были к 1 сентября, но в связи с тем, что усложнилась ситуация с техподключением, нам приходится дополнительно планировать здесь модульную котельную для обеспечения теплом детского сада. Мы сдвинемся на октябрь-ноябрь. По словам Андрея Иванова, строительство детских садов – одна из приоритетных задач для руководства района. Ведь по указу президента очереди в дошкольные учреждения должны быть ликвидированы к 2016 году. Главная особенность нового дошкольного учреждения – это его расположение. Очень зеленое место, кругом лес, чистый воздух. Здесь еще будет вот такая экологически чистая обстановка, поэтому уверен, что садик сразу же будет наполнен на все 100%, и нам еще придется его доукомплектовывать спальными местами до 300 детишек, так называемой группы дневного краткосрочного пребывания. Вокруг садика пройдет объездная дорога, которая будет выходить на Первое Успенское шоссе для более удобного подъезда машин. Анна Макарова, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцово». Клуб «Супермамочки» проявил себя в новом качестве дизайнеров и инженеров, соорудив из колясок и велосипедов невероятные конструкции. Авторы самых интересных моделей были отмечены подарками от партнеров праздника, участников ярмарки «Мама Маркет». Мила Тарасевич с подробностями марафона.
Участие в параде колясок приняло 40 семейных пар, хотя заявлено было почти в два раза меньше. Марафон в Одинцово прошел в преддверии Международного дня защиты детей. Организован он инициативной группой сообщества «Супермамочки» при поддержке администрации Одинцовского района. Парад колясок уже давно проходит в Москве и в других городах России. Мы подумали, почему бы в Одинцово не провести такой же парад. Тем более, что в последние годы это просто бэби-бум в Одинцово. Очень много девушек с колясками, мамочек, папочек и много беременных девушек. Поэтому нам хотелось сделать это именно такой детский праздник, чтобы и дети были непосредственно героями вот какого-то волшебства, какого-то чуда. После общего сбора участников у здания ГДО все под музыку отправились в марафон вокруг Одинцовской баранки. Корабли, такси, свадебный кортедж, королевские кареты, кувшинка с дюймовочкой, дракон, охотники за привидениями, царевна-лягушка, далматинец и много еще чего интересного и креативного увидели жители и гости города. Проходящие мимо люди останавливались и с восхищением смотрели на всю эту красоту, поскольку в нашем городе такой парад колясок проходит впервые. В Москве же он проводится ежегодно, но, как заверяют организаторы, отныне в нашем городе праздник станет традиционным. Мы хотим, чтобы парад колясок стал традиционным ежегодным мероприятием к Дню защиты детей, возможно, и к Дню города, потому что мамам лишний раз найти повод, чтобы как-то красиво одеться, выйти и показать себя, это только за счастье. А мама-маркет мы хотим, чтобы стал сезонным мероприятием, то есть каждый сезон, чтобы он проходил, чтобы у мам была возможность проявить себя, ну, заработать чуть денежек, прорекламировать себя. После яркого шествия состоялся конкурс дефиле колясок и детских велосипедов. Круг почета совершил каждый экипаж с их главными участниками, среди которых были и совсем крохи. Самому младшему едва исполнилось 3 месяца. После дефиле были определены самые нарядные и оригинальные экземпляры. Победителям вручили памятные подарки и ценные призы от спонсоров. Их было огромное количество. Церемония награждения, казалось, не закончится никогда. Как и самих участников, спонсоров также оказалось в два раза больше, чем ожидалось. Отличная идея. Мамочки сидят дома, а тут выход какой-то, да еще и креатив. Идея восхитительная. Много в интернете видели подобных праздников и очень были довольны, когда нас пригласили поучаствовать. Очень интересно, весело. Посмотреть такую красоту, это, конечно, незабываемое будет впечатление. Ну, это вообще лизун у нас? Из охотников за привидениями. А почему? Потому что нигде, ну, еще не было, пока что я не видела на параде колясок именно охотников за привидениями. В этот день все смогли не только увидеть необычный парад, но и посетить «Мама-маркет». Это ярмарка handmade, которая получилась довольно оригинальной, яркой и масштабной. Игрушки ручной работы, украшения для дочек и мам, многоярусные торты из памперсов, вкуснейшая домашняя выпечка, мягкие буквы, подушки и одеяло ручной работы, а также вязаные шапочки и одежды для детей. В рамках ярмарки проведены интересные мастер-классы с участием даже самых маленьких участников праздника. Завершилось все пикником и детской дискотекой. Мила Тарасевич, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова». В честь Дня защиты детей во всех социальных учреждениях региона прошли утренники, конкурсы рисунков, викторины и многое другое. А еще 1 июня в летних оздоровительных лагерях Подмосковья открылась первая смена. Кстати, всего в регионе проживает около 500 000 детей от 7 до 15 лет. С Днем защиты детей ребят Подмосковья поздравили и космонавты. Члены экипажа подготовили специальное обращение с борта Международной космической станции. Добрый день, уважаемые жители Подмосковья! Вас приветствуют члены экипажа Международной космической станции Антон Шкаплеров, Геннадий Падалко и Михаил Корниенко. Находясь на орбите, мы наблюдаем в иллюминаторы нашу зеленую планету Земля. И отчетливо понимаем, что самое важное – это мир и безопасность каждого жителя планеты, в особенности детей. В большинстве стран мира, в том числе и в России, жизням и здоровью детей угрожает дорожно-транспортный травматизм. К сожалению, эта проблема не обходит стороной и наш замечательный край – Подмосковье. Ежегодно на дорогах региона аварии уносят не один десяток детских жизней. Калечат здоровье сотен юных участников дорожного движения. И решить столь острую и глобальную проблему можно только сообща, приложив усилия всех заинтересованных ведомств и организаций. Но всегда надо помнить о том, что в любом большом деле нужно начинать с себя. Дорогие ребята, сегодня Международный день защиты детей. Мы от лица всего космического сообщества призываем вас внимательно изучать
и строго соблюдать основы безопасности дорожного движения. Уважаемые родители, всегда используйте при перевозке детей специальные автокресла. Следите, чтобы в одежде ребенка присутствовали светоотражающие элементы. Будьте примером в соблюдении правил дорожного движения. Вместе мы сделаем подмосковные дороги безопасными. 50 одинцовских школьников тоже полетели. Полетели на отдых в Крым. Данная программа реализуется по инициативе главы района Андрея Иванова и при поддержке местного отделения партии «Единая Россия». 3 недели ребята будут отдыхать в детском лагере в городе Саки. Наша съемочная группа провожала путешественников в аэропорту. День отлета всегда волнителен и для родителей, и для детей. 3 недели делегация из Одинцовского района будет отдыхать в Крыму. Некоторые полетят на самолете впервые. Боюсь, первый раз летаю только. Путевки предоставлены на безвозмездной основе. Они были приобретены по совместной программе Одинцовского района и Министерства социальной защиты Московской области. Дети посетят не только Крым. 115 детей в этом году поедут в лагеря Республики Крым. Это лагерь «Арт-Квест». Сюда отправятся 50 наших ребят. В лагерь «Лучистый» в августе месяце направится 65 несовершеннолетних. То есть 115 детей поедут в крымские лагеря. 212 ребят в этом году будут отдыхать на море в лагере «Премьера» города Анапы. И ребята у нас также будут отдыхать в Подмосковье. 210 наших несовершеннолетних в возрасте от 7 до 15 лет включительно, то есть им не должно быть 16 лет на момент отправки в лагерь, они будут отдыхать в лагере, который называется «Наукоград». На отдых в первую смену отправлено 50 ребят. Большинство школьников – победители конкурсов, олимпиад, соревнований различных уровней. 34 ребенка из семей с трудной жизненной ситуацией. Приятно сегодня отметить, что в город Саки, Крыма, мы отправляем детей более 50% из многодетных семей. Сегодня приезжали провожать ребят и братишки, и сестренки, те, которые многодетные семьи Одинцовского района. Для них, конечно, это замечательный подарок. Город Саки известен своим чистым лечебным воздухом. Там школьников будет ждать насыщенная программа. В детском оздоровительном лагере будут работать кружки, интерактивные площадки, организованы увлекательные экскурсии и не только. Ну, там море есть, я буду в море купаться. Ну, я думаю, будет очень весело, потому что буду присылать маме фотки. Мы там планируем весело проводить время вот с подругой, найти много новых друзей. По утрам бегать на море, отжиматься, приседать, потому что надо поддерживать фехтовальную фигуру, мы же фехтованием занимаемся профессиональным, плавать, в творческих кружках заниматься, творить что-нибудь, люблю. Новые друзья, новые впечатления. Этот отдых они не забудут, ведь такие воспоминания остаются на всю жизнь. Многие из ребят впервые расстаются с родителями на такое длительное время. Буду скучать, ну, по маме, папе. У меня 2 брата и сестра. Буду по ним скучать. Ну, по бабушке. Она, наверное, смотрит. Ну, передаю всем привет. Увидимся в Крыму! За моей спиной находится аэропорт Внуково, с которого уже через несколько минут наши дети отправятся в замечательный крымский город Саки, где они будут купаться на море, загорать, заниматься спортом, в общем, наслаждаться жизнью и летом. Ну а мы останемся здесь, будем по ним скучать, переживать за них и немножечко им завидовать. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Фестиваль детского творчества «Звездное лето» прошел в Одинцовском центре эстетического воспитания. Символично, что он состоялся 1 июня в Международный день защиты детей. Этим парадом юных талантов традиционно встречают не только первые летние деньки, но и отмечают открытие школьных лагерей. На уличном концерте побывала Екатерина Старосветская. Фестиваль детского творчества «Звездное лето» проводится в Одинцовском районе уже 6-й год, в преддверии открытия сезона школьных лагерей. В концерте принимают участие дети разных возрастов, с 1 по 6 класс. Каждая школа подготовила свой оригинальный номер. Исполнялись театральные и танцевальные этюды, а, например, творческий коллектив «Дети солнца» поднимал всем присутствующим настроение песнями о лете, море и, конечно, солнышке.
В летнем оздоровительном лагере «Солнечный» при Центре эстетического воспитания разработана для ребят познавательная и насыщенная программа на все лето. Есть и свой девиз: «Сколько у солнышка ярких лучей, столько у нас идей и затей». Самое главное – берегите свое здоровье. Самое опасное – это езда на велосипедах, езда на транспорте в неположенном месте. Ребят, мы хотим вас увидеть 1 сентября всех здоровенькими и невредимыми. Желаю вам хорошо провести лето. Всего вам самого наилучшего. Да здравствует лето! Ура! В Центре эстетического воспитания каждый год занимается около 2000 детей. Причем не только из Одинцова. Сюда приезжают ребята из лесного городка, Барвихи и Назарьева. Желающих провести летние каникулы с пользой и в веселой компании друзей всегда много. Беззаботную летнюю пору сотрудники ГИБДД напомнили ребятам о важности соблюдения правил дорожного движения. Ведь многие детишки зачастую нарушают их, устраивая игры возле проезжей части или катаясь на велосипедах в неположенных местах. Сегодня Международный день защиты детей. Дети по-настоящему счастливы. Ведь впереди 3 месяца каникул, а это самая любимая пора у детей. За то время, пока дети находятся в лагерях, они успевают подружиться друг с другом, раскрыть свои таланты. В конце лета состоится итоговый праздничный концерт, на котором ребята попрощаются со сменой, вожатыми и представят визитную карточку лагеря, в котором они отдыхали. Екатерина Старосветская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». В спортивном парке на Лазутинской трассе состоялся праздник для тех, кто всем видам отдыха предпочитает активный. Батут, аэробика, бокс, тхэквондо, воркаут. Каждый участник мог выбрать спортивное направление по душе, а также показать свой личный рекорд в забеге на короткую дистанцию. Мария Подъепольская окунулась в атмосферу детского праздника. Пока одни участники легкоатлетического забега разминались в одиночестве, другие предпочли коллективную зарядку. Солнце, свежий воздух и отличное настроение – это лучшее начало каникул и сезон отпусков. Под зажигательные ритмы в сопровождении тренера спортивно-танцевального клуба из Барвихи малыши и родители готовились к главному состязанию дня. После разминки участники праздника вышли на дистанцию, где легкоатлетов встречал заслуженный тренер России Леонид Воропаев. Стартовали по 9 человек, финишировали по мере сил. 3-летние малыши ставили первые личные рекорды, хотя в таких состязаниях зачастую побеждает дружба. Малышка Маша, первоклассник Саша, победителей было не счесть. Торжественной колонной участники забега проследовали к главной сцене, чтобы узнать, чей результат оказался лучшим. Я очень люблю бегать. Это мой любимый вид спорта. Ты обогнал кого-нибудь? Нет. Потому что я четвертая. Мне кажется, я хорошо пробежала. И не последняя, и не первая. Главное, не победа, а участие. Интрига финала сохранилась до тех пор, пока на сцену не поднялся председатель комитета по делам молодежи, культуре и спорту администрации Одинцовского района Олег Демченко. Руководитель передал главные приветы дня. А мне хотелось бы передать слова приветствия от имени главы Одинцовского муниципального района Андрея Робертовича Иванова и, конечно же, от главы города Одинцова Александра Альбертовича Гусева, потому что этот праздник состоялся благодаря поддержке этих замечательных людей. Список призеров открыла 3-летняя спортсменка Вероника Остроухова. Ей досталась бронза забега. Серебро завоевал Алексей Ильин, а золото – Ксения Графова. Среди тех, кто поднялся на первую ступень пьедестала почета – Макар Нижегородцев, Полина Пахомова, Мария Сафронова, Глеб Кулакин, Мария Шершова, Анастасия Слюняева. Замечательно, второе место. Неожиданно, да. Конечно, очень хотели выиграть, но вот получилось. Означает ли это, что, в общем-то, легкая атлетика теперь это ваш конек? Ну, если она захочет, родители поддержат. Малыши получали плюшевые подарки. Ребята постарше – грамоты и медали. Праздник плавно переместился на тренажерную площадку, где мастерство воркаута продемонстрировал Александр Кулаков. Давайте поаплодируем Александру Кулакову. Сейчас он покажет то, чего добился, он занимаясь у себя во дворе.
Воркаут – одно из самых доступных спортивных направлений Одинцова. Согласно программе развития, в городе и районе были построены 44 комплекса. Ребята, увлекающиеся воркаутом, каждую неделю проводят мастер-классы для всех желающих быть сильными и активными. В День защиты детей говорили и о самозащите. Обладательница черного пояса, член сборной команды России по тэквондо Алина Пучко показала, как правильно защитить себя в неожиданной ситуации. Мы сейчас покажем бои бесперерывные. Это защита от ударов. Спортивная акробатика, бокс, состязание по айс-штоку, мастер-класс по рисованию, батут, дерево желаний. Праздничная палитра была яркой и разнообразной. Каким должно быть настоящее лето, спортивное лето в Одинцово. Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово». Прогноз синоптиков с нетерпением ждут многие взрослые дети, ведь началась пора отпусков и каникул. Какой будет погода в первые летние дни, вам расскажет Лиза Сергеева. О погоде. 2 июня будет пасмурно, обещают небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 18, ночью плюс 12. Атмосферное давление в норме 748 миллиметров ртутного столба. Ветер холодный, северный, 2-5 метров в секунду. Влажность воздуха небольшая, 54%. Я, Лиза Сергеева, желаю вам хорошего настроения. В завершении выпуска новостей предлагаем вам улыбнуться. И посмотреть на талантливую героиню следующего ролика. Маму утром разбужу, здравствуй, мамочка, скажу. Ах, какая мама, загляденье прямо. Очень я тебя люблю, ненаглядную маму. Если вы увидели дикторские способности у вашего ребенка, обязательно их развивайте. Кто знает, может быть, именно ваш ребенок станет известным ведущим. На этом мы с вами прощаемся, а эфир телекомпании «Одинцово» продолжается. Оставайтесь с нами на канале ОТВ.